Капитальный ремонт 146-го дома на проспекте Ленина в Рыбинске идет в сотни рук. Одни красят, вторые штукатурят, а третьи восстанавливают элементы фасада. Как говорят местные, спустя 3 месяца родную шестиэтажку практически не узнать. Балконы были обрушены, многие там под крышей, кирпичи тоже вываливались, они сейчас отремонтированы. Чтобы оценить, хорошо или плохо, это нужно посмотреть, когда сделают. Потому что делают сейчас тщательно, дальше посмотрим как. Но вот региональные ревизоры из фонда капитального ремонта недоработки усмотрели, не дожидаясь окончания работ. Качество проводимых работ оставляет желать лучшего. Мы обязательно с этим вопросом разберемся. Прямо сегодня будет совещание со строительным контролем. Я думаю, что здесь имеет место нарушение технологии производства работ. Подрядчик будет оштрафован. Наши специалисты строительного контроля, которые ведут надзор, тоже будут наказаны. Качеством проведенных работ мы улучшим и заставим подрядчика сделать работы по технологии. Аналогичные замечания получил и подрядчик, ремонтирующий крышу в поселке Песочная. Здесь проблема с огнеупорной пропиткой стропильной системы. Мастера обязуются все исправить и вскоре сдать объект. На данный момент выполнена 100% смена стропильных конструкций. На 80% выполнена смена обрешетки, устройство гидроизоляционного слоя. На днях должен поступить металл, покрытие кровли непосредственно, и приступим к устройству покрытия кровли. В этом году в Рыбинском районе ремонтировали 84 объекта, из них большинство сданы. В целом по области из 557 видов работ почти 2/3 уже выполнены. Дарья Коос, Георгий Иванов. День в событиях.